Второе место. Нет. Он в финале сидит. X4, кстати, уже дрифт у меня. На стенка. Я стенки ловлю тут, блин, конкретно. Вот и вторая попытка. Стеночки ловлю тут. Мне интересно, тут обязательно первым приходить или не обязательно? Блин, на поворотах больше дают. Раз. Блин! Зря я расхреначился, конечно. Я в поворот хотел дрифтануть. Третий приз. Но... Вот так себе. Результат. Ну такое здесь дрифт, знаешь. Не знаю, ну, немножко непривычный. Нормально. Дрифтец. Ну тут, да, ну тут, блин, непривычно немного. Тут в поворотах чисто дрифтовать надо. Опа, всем. Фига всем. Блядь, называется везение. Тут немного дрифт. Другая механика. Третий бежать. Пятый раунд, ёлка. Бля, тут немножко другая механика. В дрифте! Тут надо, блин, с ручником заходить. Ну, чтобы она не совсем перелетела. Я ей перелетел. Садись, скажи, попью. Куча стенок словил я. Каждый раз буду сюда врезаться. Хрена. Еще три штуки. Следующий вопрос еще 4 зафигачить. Так, вот тут теперь самое главное. О. А, все что ли? Пусть там третий, ну сойдет, да. Ладно. Тихонечку, ёпта. Я, конечно, не подстрекаю. Поехали еще покатаемся. Немного дрифт непривычный. Для меня пока что. Продолжается полтора-тора вполне. Я... Спалив очки. А, конечно, я далеко не первый. Блин. Тюнинговые шины улучшились. Рейтинг 3, давай. Рейтинг повышать. Ну-ка, а если правда на 50-м дрифтануть? Это уже не самое опасное, я, блядь, чувствую. Если позади, это будет самое опасное. Моё... Не ту кнопку нажимаю.
что-то, блин, не могу я столько набрать. Кемпинг у нас хелл, что ли, сидит по мини-карте. Я бы развернул так спокойненько, там еще одного чувачка вместе с ним. Мы там толкаем. АК. Если нет, уже считается. Второе место дали уже, кстати. У меня тоже сейчас второе место вот пыталось дать. У меня тут нечто жесткое происходит, реально. А мне надо 75 тысяч надрифтовать, это первое место. Ну тренируйся потихонечку. Блять, я схренатился. Тут, кстати говоря, стенки врезаешься, и как, ну, как в обычных играх, у тебя дрифт сразу обнуляется. Третье место всего нас. Короче говоря, ты в стенку врезался, у тебя дрифт обнулился. Ну, стараюсь не врезаться, тренируюсь. Я, блин, тоже думал, что мне шифт пойти. В том же мотор, что я лучше не загадывать. То есть поэт. Еще можно с ручником лучше ходить. Я вот все время ручник нажимаю хуже. Половину спалил. А половину врезал. Ну да, красава, я половину врезал. Я второй метр, по жизни легко. 75 тысяч набрать. Да. Кто там? Так, вот. Блин! 2000 спалил. Это тут у меня нет. А так хреново. Ну, уже, уже близко, уже 600 тысяч набрал. Ну, 60 точнее. Близко к 75. Поздравляю, 75. Гентом вредовался, это тут Акума какой-нибудь. Мне дали тюнинговые шины, кстати. АК вообще улетел из АТАСу далеко, далеко. Давай еще попробую. За меня. Все это делается, кстати, на Эвике 10, если чё. Ну что до него? Эвик, нормальная дрифтовая машина. Но, делается на Эвике 10. Что, Мартинес уже впереди, что ли? Не понял. Или нет? Я на сзади там где-то. Что за есть, ёпка? Что же я сделать? Какой же дебил, спалил очки! Спалил очки, блин.
сейчас бы, блин, еще больше было бы. Блин, ну тут уже лучше рестарт. Блин, лучше бы не с палилочки. Там еще повороты врезаться нежелательно. Нормально, блин. В этом дрифте еще нежелательно повороты врезаться, потому что очки спалишь. Да уж, конечно, у меня тут жесть происходит. Тот дрифт совет, тут и без дрифта, блин, конечно, ого-го. Да, а как оказалось, не было плана. Распрягался, и нет, ты не распрягаешься, тачка статичная была. Блин, а я вот расхреначился. Да, ёп. Оттолкаю машину, не могу вылезть. Пятый. Ой, как. Я вот здесь поеду. Любим. Не, все равно второй, блин. Я сейчас третий. Нихрена себе затасывал, да, как далеко. Все равно второй почему-то, я. Что за подстава? Соседи там полы ремонтируют, блядь. Что ли, Юрий? Мальтинец, что ли? Что-то не понял. А, нет, я третий. Мальтинец, не лидирую. Если что, по цвету стрелочек, я наверняка тебя определяю, кто где, в каком месте. Вентур, красный, да еще блин, чувак. Белого цвета наверняка тебя. Просто по цвету тачки определяется. Стрелочка это Джейсон Уокер и так далее. Ну кто играл, тот поймет, короче. Статичную тачку врезался. Пакет, старт не будет крутой. Ближайшее дерево. Сколько спалить очков, блин? Стараюсь первым приехать. Ну хрен с ним. Ладно, третий так третий, ничего страшного. Что потом у него быть таблица? Блин, что-то меня
тащим. Получается 75 тысяч набрать. Да, ребят, плюс. Ну, тащим дальше. Городская трасса. На нахуй. Ну хрена, это не компьютер по мне. Пятый. Едем через столбовый центр. Вот и Гент там рядышком. Блять, может не врезаться. Куда? Блять, такое. Ну, блять, только 60 тысяч. Что за хрень? Завидую, я тут тоже геморрой небольшой. 75 тысяч не добираю просто. Мартинов там нас фигачили походу, он в том тоннеле. Эксперименты нас хреначивали, кто там. На Бенту у меня перегнулся, там еще какой-то чувак рядом с ним. Мартинес прилетел, конечно, во всех парах. Капот на крыше. И что был? Так, Мартинес разносит Бента на имя Балу. Хрена себе не происходит. Да, Мартинес в видео тоже не кайф, как по мне. И учитывая, что это первая гонка, это очень не кайф. А так смотрю, топит на своей оке прям по полной программе, блин. Нихрена себе, я уделал. Хрена ли меня прижимать? Ну нахрен. Мартинес видел, что уже проблематично, скажу я вам. Фу, чуть не влетел сейчас в подбой. Мартинес, походу, затащит сейчас. Ну да. Ладно, из трех гонок можно одну поиграть, это критично. В принципе, убегал бы, из трех гонок можно одну поиграть. Сто остатков остальные надо затащить. Надо по максимуму прессовать Мартинес. Собственно, все я сейчас и делаю. Thank you.
не слишком получается. Виляет непонятно, блин. Еще и со золота плюс ко всему. Это жесть, ёбаный бабай. Все, пентом только удрал. Там не все забыли. А вот он попробует достать все. Читер, ёбаный бабай. А вон этот читер на карте видел. Да не, у тебя там как? Да блин, не могу, блин, этот набрать 75 тысяч. Просто не получается ни хрена. У меня, блин, точка то тачку врезает, то еще что-то случается, мне очки спаливаются. Там убили 20 тысяч, я помню, только лазик, кто не засчитается. И там так смотрите. Система загнулась. Врезался, все, пипец, блин. Спалил очки. Вторая легендами не получилось, ладно. Девочки, и все, блин. Какой жесть, это был. Разборная жесть. Блять, что за херня? Все время врезаюсь. А во второе место там сзади, блин, свой кавалькада. Кажется. Захреначили. Я просто самопилился. У меня сейчас тут почти самопилился, блять. Тём. Удар в стенку. Машину. Чуть в одну их не улетел. Бля. Ну, бентом врежется. А он вот. Блин, это не бентом. А, ну что, что сделал? У меня машина такая, расхолбанная, что могу реально ее тоже втянуть. Нет, ладно, второе место, конечно, сейчас тут сойдет. Ого, я даже больше набрал 77 тысяч! Сказали, думаю, вопрос, что по очкам. Один из третьих. Таблица. 77 тысяч, пацаны. Даже больше, чем тот чувак, который набрал. Я, блин, тут по очкам затаскиваю. Пацаны, это было не очень-то легко. И не с первого раза это было. Это не с первого раза пройдено. Во, рейтинг один, все, я первый. Это тоже не очень-то легко получается. Так. Ну чё, если Эвик тащит, то погнали дальше на Эвике катать. Да, нафиг, фига себе. Если Эвик тащит, то давайте погнали дальше на Эвике катать. Если Эвик тащит, то можно дальше на Эвике катать. Так. Ого! Тут уже по скорости радар. Ну,
Что, пацаны, радар как в инфо... Это про стрите? Так, пацаны. А, столбы есть. Вы используете тут два столба, бетонов тоже есть. Тоже с фонарями. Там сфигачился. Бля! Да не круто. Вот он сфигачился, я сейчас отсфигачился, блядь. По-моему, это не круто немножечко получается. Бентом. Вот он и перегнулся. Помоги, там чуть-чуть идет впереди. Бля, хватит мне приставку, пожалуйста. Пристав делать что-то неохота, знаете. Бентоны тут вшатывают. Кстати, знаешь, по-моему, эти улучшения дают за прохождение трассы. Что-то мне подсказывает, что тут своего тюнинга нету, не завезли. Не завезли тюнинг, там тюнинг автоматический, автопорный. Я визуалку что там прокачивал, нет, дает. Визуалку тут можно делать. Визуалку можно в поисковом шрифте. Но не, там... я не знаю, тут бодикиды можно ставить, по-моему, нельзя. Нет, нельзя бодикиды ставить. А кто-то я второй, а кто первый, там, оказывается, предстрелочный. Бодикиды ставить нельзя. И спойлеры тоже, по-моему. Блядь, типичный шрифт, ёпта. Это больше на ход полный. Чтобы типа не заколхозили, типа. Чтобы колхоза не было. Вот так и сделали. Так, третий компас и трех. Мы пропустим кого-нибудь. А, они. Они на ту селезку поехали. Ну и зря никто поехали, как по мне. Это в поисковом шрифте и стюнинка она только скинул там и больше не очень близко. А да, мы хоть и поняли. А, нет, он попал, да. Вот это занесло так конкретно. Мало мы проехали, по-моему, средняя скорость, блин. Мало мы проехали как-то. Так, уже он финиш идет, короче говоря. О, рейтинг 2 уже, кстати. А тимусы расхреначили. Нехило так уже, рейтинг 2 уже. Ничего себе. Финиш. Так, а давайте, а какой рейтинг 1, там сколько надо проехать? Сейчас нам покажут. 200, а, ну понятно, 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 201. Так, давай, разгоняйся, челленджер, давай. Ну, пацаны, поехали, ходим кубок. 233. Ого. Сто пять, что мало. Юб, кроме ББ, это кто-то прилетел. Че так мало?
Ни хрена тут реально, блядь. Подушечки. 174, вы чё, немножко. Не, блин. Было 233, стало 174, блин. Эта тачка, блин, не особо подходит, по-моему. Рейтинг 2. Ну-ка, давай еще раз. Что-то меня уже это не прикалывает. Радар, кстати, здесь радар есть, типа. А в шифте в точном есть радар. Уже кромолом попахивает. Что в Underpower'е, даже в Underpower'е не было радара, как такового. Потому что это карбон или МВ. Чёрт, а кто резинит идёт? Как троллита, а тут чёрт, блин, кто резинит? А то, собственно, третий. Кто-то резинит. Вообще неправильно, да, кто-то резинит, кто-то. Ну, бля, так нечестно. Повороты тут. Эпик фейспаул, пацаны. Блин, так нечестно, стоит эти, чего эти, на поворотах вот эти вот радары, ё-моё. Чё за херь? Так нечестно, на поворотах стоит фигню. Давай-ка Эвик выберем. Эвик давай-ка выберем. Что-то мне подсказывает, что надо на Эвике проходить. Видим, раздолбайся конкретно, блин, на честном слове. Пошли, как так называется. 228, так, есть. Вот это место, что-то хрень какая-то. Еще и пятое место. Ну и круто, блин. Пятое. Ну ладно. Слышь, Мальдины что, читерит что ли? Хрен какой-то новый это собой. Не, я не согласен, давай не сам. Хрена себе. Мальдины, блядь, читерить начинает конкретно. Я ее даже не видел. Надо не на карте нигде. Сейчас охренел легонечко. Уже вам. Так нечестно, ё-моё. Проходить радары и отнимать очки. Че за радар такой странный? Так, это вообще на спринт. Спринт, это, по-моему, особо не выпендривается. О, правильно, где его? Блин! Ука! Радар тут, конечно, странный. Да, Мальдин вообще какой-то. Конкретно, вперед топит и чихать, потому что его час будет накопит. Это читер, реально. Что за хрень, это прямо происходит, блядь? Я пока помню, как кажется. Лента вылетел, но хрен с ним. Меня уже заинтересует. Блять. Такое, пацаны. Позиция 6. Не знаю, я даже сказать, пеплю сюда. Кто-то влетел, чёрт с ним. Уже не до прикол, уже надо тащить.
Блин, как меньше набираешь очки, так уменьшаются, блин, твои очки. Да что ж такое? Хреново какой-то тут радар. На болтах, что я буду снимать. Ну что ты? Уже нахрена голод, не хочу еще раз запариваться, поехали в следующую трассу. Макинес читерит, по-моему. Поехали в следующую трассу. Блин, с радаром тут, конечно, полная хрень. Ментом меня не интересует, в принципе. Тоже так развернуть, это приколы. Макинес отправляется нахрен, он там сзади сидит. Самое главное сейчас не пропускать квартиру, если в том случае. Вперед. Значит, капец. Не круто. Она уже сзади, кстати говоря. Он там. Ну, будь второй, добавить. Даже он поталкивает, видите? О, в дерево намаз. Либо нефиг. Вперед лезть. Второй круг от мастеров. Абендом и Мартинес уже на втором и третьем местах, соответственно. Пойдет слить позиции. Блять, уже слил, называется. Видели эту скорость сейчас, нет? Это машина так видит, по-моему. Так, чуть руку, иди сюда. Шутки закончились. Вот так вот. Это жесть. Блин, кто ставит эти, блин, камеры на поворотах? Ёпта. Кто идиот ставит камеры на поворотах? Так хрен его знает. Блять, этот парочка меня. Зря рисунок нажал. На то, что их меня врезались. Блин. Чего вы сплюли на это по мне? Винтируются. Да, дело пахнет рестартом. Да, блин.
Мать, если бы туда врезалось, ну, судя по мини-карте. Такое, пацаны. Вполне только я прилетел в дерево. Вентер очень видел. Кто-то в чёлковой пульчике. Парни, сейчас меньше будет. Что, второе, третье место лучше ставится? Так что, думаю, что можно ставить ситуацию. Получилось, не будем толкать. На отбойник заехал. Вот такое. Взять на отбойку. На третье. Вот так вот. Третье это третье, ничего страшного. Третье место тоже считается. Мою, конечно, не ладно. Ну что, трэш, ты, по-моему, будешь твёрдый. Таблица я четвёртый, это очень стрёмный. С каждым разом все меньше и меньше очков становится, когда их проходишь через радар, блин. Это, конечно, хреново. Бля, сейчас меньше очков станет. Я же знаю, бля. Нормально. Подганка, конечно.
офигенная гонка вообще. Уже прям в территории. Ну да ладно. Если так сойдет. Гонка, конечно. Место звал, ух, хрен с ним. Что по очкам? Фу, 203. Что по очкам? Что по очкам там у нас? 203. Ну, я второе место в турнире. За падение не думаю, у меня тоже сказал, что по очкам. А что там 200 с лишним очков, это плохо или хорошо? Я просто в шифт вообще никогда не играл. 203 я собрал. О! Первое место! Поздравляю. Так, вот ладно. Мы, наверное, тут лучше уж Валюшин взять. Это мать не все. Что-то я катал почти. Что-то на Эвике, что-то он по скорости не очень был. По скорости там. О, Шоуби здесь есть. Ну, Кэрол Монро здесь, прикинь? Да ладно, это Кэрол Монро в этом ПСС-ном шифте. Да? Шел хранить, посмотрите, в шифте забыть в ПСС-ном, блин. Да не, вот что-то не знаю, я даже что сказать, я уже прям в шоке. Конкретно. Кстати, видел эту харю этой бабы, кстати. Слышь? А? Я видел эту харю этой бабы. Прострите же нам харю не показывают бабы эту. Ну да, прострите только. За мой мир, вот она бы показывает. А здесь это сама харя есть ее. А? Мартинес очень не видать впереди. Ну чё, думаю, на последний тур не появится. А чё, нормально кататься на S2K? Чё, король Дэвид из Спарктрита катается в PlayStation шифте на S2000? А чё, нормально кататься на S2K, когда у тебя был этот Мустанг? Мустанг она правильно купил, пока что на Спарктрите, профукал. Потом, блядь, купил S2000. Это мы про короля Дэвида, Спарктритовского, в PlayStation шифте какую-то хрень переехал. Что, нормально кататься у нас 2К, блин? Ну, блядь, это АК, от меня просто сделают.
Один выбыл уже, считайте, да, последний выбывает. Это как, кстати, гонки на выбывание. Хотя... А были гонки на выбывание в Фростриде? На выбывание в Фростриде не было, на время было. На выбывание ездит вот здесь. Гонки на выбывание в шуте. А может покажем, что в те не было гонки на выбывание. Обычные пацаны. Чё, пацаны, это из этого, все из карбона пошло на выбывание. А, не, с андеграунда пошло, все гонки все на выбывание. Ну и в Most Wanted, но закончилось вот эти все гонки на выбывание. Что, пацаны, дальше? А нет. В андеграунде втором там, по-моему, не было гонки на выбывание. Слышь? А? В андеграунде втором уже гонки на выбывание не было. Да, в андеграунде не было на выбывание. В карбоне и багажном тоже не было. Просто в поисковичном карбоне гонки на выбывание только, есть. А вот, знаешь... Когда вот эти гонки на бывание заканчиваются, уже, может, 2005-й масти они только были, все. Ага. О, а нет, лучше. Да, папа, как-то попросил. Странно, почему больше гонок на выбывание не делают? Надо продолжать тащить. Не смешно, поехали дальше. Пусть хотя бы это боты. Так, это у нас получается третий круг. Последний выбывает, да. Это Карл Монро, что-то не особо такая, я бы сказал, быстрая. У меня пока Эвик хреначит Буттинати. Я бы сейчас другая тачка хреначит. Блин. Эвик с самого начала дали, блин. Почти что. Точнее, босс его проиграл. Слышь, босс его проиграл, точнее. И мне отдал. Ну чё, так Эвик едет, в принципе. Я, по-моему, в ПК его не протестировал тогда, вот тут протестирую. А чё, не будешь пока что учиться играть? Ты ж сам говорил, там управление такое. Как, в Forza Horizon, ё-моё. Ты ж сам сказал, там управление как в Forza Horizon. Да? Ну да, отлично, похоже. Как в Forza Horizon пока управление. Пока что чуть-чуть. Там я по-любому сгорю, потому что управление не то. Меня Бентон толкает под зад. Так, очков ралли дали. Ага. Тюнинговые шины повысили нам. Ага. Так, выигры на гонок. Ага. Нет, вот это вот респаун, блин. Так, гонка. Машин пока недоступна. Какая-то. Давайте Эвик. Чё бы нет. Мне что-то тут Эвик понравился. Эвик здесь очень понравился, даже... Я еще пока прохожу эту... Новичок, где? Карл Монро опять. Блин. В матери затаскивает по полной программе. Да уж. И, кстати, Карл Монро не белого цвета, а оранжевого цвета у нее этот, как его... СБК. Машина, которая катается Мальтинов, так не едет. Реально, она так не едет. Йоу, Карнибабай, чё делает? Хрень была сейчас. Эй, не понял, куда там поехали? Стоять! Так, всё. Бля, походу, если я затащу
последнюю бомбу, это не ставит скорость. Прикинь, мы по какому-то городу едем. Слышь? А? По какому-то городу едем. Прикишь? Мы по какому-то городу едем. А? Так, сейчас морой конкретно получается. Все, Кэрол Монро, теперь второй. Да, это будет. Вторая твоя машина теперь. Пусть будет. Нехрен тебе там первой ехать. Зрители тут статичные, кстати. Они как... Да. Можешь прикол? Сейчас дадим секундочку, народ, свой геморрой. Здесь зрители как в этом, в СРС-ке. Так. Чисто фотография, это чисто как этот, как одна текстура. Ну, плоские зрители, ты понял прикол, да? Ну что? Здесь зрители как в СРС, плоские. А. Понятно. Вот все-таки как бы по СП шит, поэтому там нормально, что ты такие маршрутки, вот, как в СРС-ке. Не, позиция 4-я, а кто там лидер? Не, что прикольно, катаемся по, это, по городской почти что трассе. Я не помню, по-моему, что мы в прострите чем по какому-то городу ехали. Эта трасса еще какому-то городу еще присоединена. Деревья тут. Тут, в принципе, все офигенно, в принципе, вот это. Стрипунга. Кстати, вот эта вот игруха-то и никакой вам видеокарту жрать не будет, потому что это PSP. Короче, непрожорливая игруха. Все зависит от того, что у вас там свой проц, от проца еще зависит это все. Думаю, мы уже выиграем. Получается, блядь, второе место, как вот умею затащить или на третье. Что, блядь, Мартинес начинает жестко читерить. Кстати, не с первого раза-то дрифтинг-то прошли. Тут тоже есть свои сложности. Как и в 5.10, когда ты не с первого раза не можешь догнать этого